Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу показать группу проекта Hamilton Roleplay. Сервер скоро откроется, буквально сегодня, в субботу, то есть в 12:00 по МСК. Есть какие-то заявки на лидерство, также проходит конкурс. И также, пацаны, я здесь буду снимать, когда он откроется, поэтому ссылочка будет в описании, подписывайтесь и ждите открытия. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Радмир Ролиплей, второй сервер. У них здесь Кирилл Красава. И сегодня мы едем тестировать самую быструю машину на сервере. Я уже на ней ездил, но я хочу вам ее показать. И протестить ее по полной, потому что это такая просто бестия дикая, блин. Я ни у кого не видел ее на сервере, кстати. Вообще ни у кого, хотя это не самая дорогая машина на сервере. Но самая быстрая машина на сервере. Я такой скорости еще, блядь, никогда не ощущал, блядь, в КРМП. Поэтому сейчас мы на ней проедемся. Не знаю, там скорость настоящая, либо ее просто сделали более реалистичной. Я вот на самом деле без понятия. Так. Вы, блядь, это видели просто? Я, блядь, да. Поэтому я лучше отсюда свалю, блядь. Вы это просто видели, блин. Это пиздец просто был. Реально так, потом... Блядь, сука, вот надо было помять задницу. Ладно, похер. Что у нас там подвески? Что у нас там? Все нормально. Хоп. Все, короче, поехали в автосалон. И... Я, честно, не помню, сколько она стоит, но... Я думаю, по превью вы там уже догадались, что за тачкой и так далее. Возможно, я там не первый, кто это снимает, это стопудово и так далее, но мне это интересно, я решил это показать вам. Да, какой-то ебла меня, блядь, на Rolls-Royce, сука, подрезал. Точнее, уже пи мне прям въехал, блядь. Вот, сука, конченый пидор. У меня еще дело с собой, сука, остановился бы он, я бы он так это хуярил бы, лещей. Реально пидорок какой-то, сука, на Rolls-Royce. Ну ладно, похуй. Так, чё ты, блядь, уебок? Кого там нахуй? Бля, у меня оружия нет, понимаешь? Я же, блядь, умер, сука. Ну ладно, сука. Так уж и быть, блядь, живи, сука, ублюдок. Так, вот мы приехали, паркуем нашу БМВ. Конечно, без бампера она люто смотрится. Согласитесь? Еще задний еще снять бы, блядь. Ах, бомба просто. Ну ладно, сегодня не моей тачки будет речь идти. Так, по-моему, где-то тут. Тут эта тачка мне не очень нравится. Мне больше 540 нравится. Mercedes, BMW M4, Bentley, Ferrari, Porsche. 911, я на нем ездил, не очень. Не понравился мне. Вот. Тут, видите, много тачек дорогих. Есть дороже даже, чем... 3 миллиона 450. Блять, а почему я не видел ее? Сука, я себе мог купить R8, блядь. Хотя нет, я не мог бы купить R8, точно. Вот, я эту тачку очень хочу. Но сегодня речь пойдет не о ней. Вы ее, в принципе, уже видели. Возможно, если хотите, я запишу один видос про BMW 540, почему я хочу, блядь, и так далее. Панамера? Не, не то вообще. Вот, Lamborghini Aventador. Вот что я хочу вам сегодня показать. Бля, я никого не видел эту тачку. Она просто такая конченая, просто быстрая, ебанутая машина, реально, это пиздец. Смотрите просто сейчас на разгон ее. Просто на спидометр смотрите. Это нормально вообще, да? Это норма. Это типа, да, это вообще все хорошо, да, блядь. Жизнь удалась, блядь, 300 км просто она едет. Я ни у кого ее не видел на сервере, почему? Напишите, почему их так мало. Я вообще их не видел на сервере, ни одной Lamborghini не видел. Я вообще на самом деле купил бы себе такую тачку. Я не думаю, что, блядь, у людей денег нету на нее. По-любому есть у кого-то бабки на нее, но что-то ее не покупают. Так, давайте я ремень присягну, потому что это пиздец. Думаю, сами видите, что, блядь, тачка, блядь, не пальцем деланная, в принципе. Я себе очень бы хотел эту машину, прям очень, блядь, это пиздец просто. Я когда на ней проехался, это первое, она очень быстрая.
второй, она очень красивая. Ну и дорогая, конечно. Это не самая дорогая машина на сервере, но, блин, она самая быстрая, я так понимаю, на сервере тачка. Просто 300 км почти наедет. Вот, 297 я вышел с нее. Просто смотри, как она едет быстро. Это пиздец просто. Согласитесь, это просто пипец. Так, тихо, надо тормозиться, блядь. Ее кидают в сторону. Там, видите, моста нету, поэтому надо тормозить. Так, в другую сторону давайте проедемся. Диски, смотри, какие у нее диски прикольные. Вот эти черные Lamborghini. Просто сама она очень красивая. Карбоновый обвес у нее стоит. Блин, просто тачка реально охуенно выглядит. Просто охуенно выглядит. Реально, я просто кайфую от этой машины. Чё её в аренде нету, интересно, блин. Реально, чё её в аренде нету? Прикиньте, в аренде на Ланде ездить. Я бы себе взял бы в аренду такую тачку. Но сейчас мне мой бюджет не позволяет вообще что-либо в аренду брать. У меня есть как бы две-то машины, но... Я бы хоть взял бы что-то покататься в аренду, но... Увы. У меня денег особо нет, у меня 60 тысяч, блядь. То может уже меньше. Ну видите, на ней можно так вот. Но она довольно-таки, кстати, управляемая. На большой скорости. Видите, все, я вырулил вообще спокойно, нехуй делать. Реально, она очень быстрая, очень красивая и управляемая. Смотрите, просто сейчас. Ну да, дрифтит, конечно, из-за зимней физики. Я думаю, если вообще летом на ней ездить. Ну, когда снега не будет, зимнюю физику берут, то вообще она будет охуенно ездить. Ее не буду даже разворачивать. У нее полный привод, давайте посмотрим, я просто не знаю сам. Не, у нее задний привод, кстати, блин. Хреново, был бы полупривод, было бы получше, честно говоря. Ну и так она, смотри, как просто едет. А, тест-драйв наш закончился, но я хочу еще прокатиться на ней, в другую сторону. Не дают нам насладиться этой машиной, суки. Реально, тачка очень крутая. Реально, я ни у кого ее не видел. Я уже играю, сколько? Пятый день, наверное. Я никого ее не видел, эту машину. Я не знаю, почему. Почему ни у кого ее нету? Она стоит не... Она не самая дорогая на сервере. Почему? Напишите, пожалуйста, кто знает, почему ее никто не покупает. Почему их нету на сервере? Пиздец, блядь. Вы бы такую тачку взяли, вот напишите, были бы у вас бабки. Не последние деньги даже, вот. Вы бы все купили такую тачку. Я бы купил бы, блядь, даже не думая просто. Почему другие игроки не покупают ее, я не понимаю. Это же, блядь, такая охуенно ламба, Авентадор. 300 километров там. О, у меня 60 тысяч банки, нихуя себе, откуда у меня 60 тысяч банки? А, это у меня, блядь, на руках столько денег, блядь. А чё она пропала аж здесь? Чё за приколы? Я еще в Полимире остался. Замечательно просто. Просто, пацан, замечательно. Ну ладно, на этом, я думаю, в принципе, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I'd be crying all night.